Хей-хей-хей, дорогие друзья, с вами Рамзес, и сегодня мы возвращаемся в криминалочку, играем на сервере GTA Криминальная Россия Roleplay. Какой четвертый серии, ребят, IP, группа, сервера, форум, все оставлю в описании, заходите и играйте. Не забывайте, ребят, регистрироваться на меня, Рамзес Мэдисон, мне даст небольшой бонус, когда вы достигнете 5 уровня. Вот видите, в той серии у меня было почти 0 денег, когда я эту тачку купил, а сейчас уже 280 тысяч. Благодаря вам, мои дорогие подписчики, вы регистрируетесь на меня, и мне капает денежка. Спасибо вам огромное. Так, ребят, в этой серии мы будем... Давайте этого чувака выкинем. Еджик. Как там команда эта? Так, Насрать, ребят. Короче, в этой серии Максим Иванько, вот этот, да, 746, он выиграл машину эту. То есть сейчас мы поедем, получим номера. Блин, что за... Ладно. Сейчас мы, ребят, поедем, получим номера, и он нас ждет около... Вот, даже это он, походу, около башни Останкина. Сейчас мы заедем за ним, поедем, получим номера. И все будет окейшкой. Такс. Зеленый цвет. Мы поехали. Так, сейчас нам нужно заехать за ним на башню. Так, смотрите, вот она там находится. Мы правильно же едем, да? Заедем. И подарим этому подписчику тачку. Так, где он? Вот он. Садись. Так, как открыть? Лок 1. Окно открой. Зачем окно открывать? Так, все, ребят, сейчас мы поедем. БСТОшку нам нужно подчиниться. У нас что-то бампер сзади погнулся. Так. Вот так вот. Сигналим. Ремонтные работы. Так. Все, короче, ребят, починим. Все, что еще там есть? Тюнинг, покраска. Выйди. Сейчас, ребят, мы ему затюним тачку. Чтоб, блин, не такая бомжатская была. Так, покрасить. Запуск двигателя. Ребят, что-то я тут натворил. Давайте азот купим еще. А, за 120 рублей. Все, давайте мы выехали. Сейчас подъедем, получим номера, ребят. Так, все. А купить комплект. Окей, все, купили. Купить комплект запаски. Все, ребят, payday как раз получили. Так, технический осмотр. Россия. Давайте что-нибудь... Блин. Давайте... Что выбрать-то, ребят? Чувашская республика. Давайте этот. Все, ребят, мы получили номера. Отлично. Сейчас мы давайте отдадим нашему подписчику эту машину. Так, напишем «Поздравляю». Машина твоя. Так, давайте мы сейчас сядем. Лук один. Ой, блин, что я сделал? Два. Продать. Другому игроку. Какой у него ID? 31 вроде. За 1 бакс. А, за 52 тысячи. Предложим за 52 тысячи. И сейчас мы ему отдадим эти деньги. Pay 31, 10 тысяч. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И 2 тысячи.
Все, ребят, мы предложили спасибо просто лучший. Так, все. Он купил тачку? Нет, Карс. Давайте еще раз двоечку продать. Другому игроку 31, 52 тысячи. Принял. Все, ребят, мы продали тачку нашему подписчику. То есть он выиграл в конкурсе. Поздравляем его. Так что все, ребят, участвуйте в конкурсах. Вот, поздравляю его, Максима Иванько. Выиграл нашу тачку с вами, ребят. То есть, заходите, играйте, ребят, на этом сервере Криминальный Россия Roleplay. Указывайте мой ник при регистрации, Рамзес Медисон. Ставьте много-много лайков. Будет много лайков, ребят, будет новая серия. Так что, дерзайте. В принципе, все рассказал. А с вами был я, Рамзес. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.